Як і обіцяв на початку першої години, до нашої студії завітає ринкова гостя, з якою поговоримо про алергію на амброзію. До речі, кількість людей, які схильні до алергії на амброзію, щорічно зростає. Прямо зараз невеличкий інформаційний сюжет, після якого продовжимо розмову з експертом. Чи знаєте ви, що у чудової вересневої квітки айстри є небезпечна родичка, яка раз на рік псує не тільки настрій, а й здоров'я багатьох людей? Знайомтесь, амброзія! У всьому світі налічується 41 вид амброзії. В Україні росте амброзія полинолиста, яка є найагресивнішою серед інших. Ця рослина зарекомендувала себе як бур'ян з жахливою здатністю викликати алергію. Її особливо багато на полях, де росте соняшник. Фактор тріумфу амброзії – це руйнування людиною природних ландшафтів. Агресивний потенціал пилку цієї рослини залежить від кількості алергенів, які вона може містити. Шкірні проби в одному з досліджень показали, що за алергічністю пилок амброзії до 5 разів перевищує пилок дерев. Для того, щоб викликати реакцію у схильної до алергії людини, досить наявності 5-10 частинок пилку в кубічному метрі повітря. При тому, що для інших видів трав концентрація значно більша. А ось як уникнути неприємного знайомства з цією рослиною або що робити, якщо алергія у вас вже почалась, розкаже гість студії. Радий представити нашу гостю. У нас в гостях дитячий лікар-алерголог Вікторія Яцишина. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Доброго утра. І так, да, дійсно, кожен рік більше і більше кількість людей, які склонні до алергії на амброзію. Чому відбувається саме цей процес і чому, як по статистиці, я вот ознакомлювався з ней, більше всього страждають люди, які живуть в городській місцевості? К сожалению, сейчас у нас есть такая наука, которая называется эпигенетика. И если дедушка с бабушкой, папа с мамой страдают аллергическим заболеванием, то, естественно, ребенок родится с предрасположенностью к аллергии. И, соответственно, он может даже унаследовать ту аллергию, к которому склонны его родители. Соответственно, с каждым годом количество людей, склонных к аллергии, становится все больше и больше. И по данным ВОЗ 2050 году каждый второй человек будет страдать аллергическим заболеванием. Сейчас каждый про себя подумал, дай Боже быть каждым первым. Это не совсем как бы является хорошим признаком, потому что это большие экономические траты, это, соответственно, должна наука двигаться для того, чтобы уменьшать это состояние, но и сами люди тоже должны беспокоиться о своем здоровье. Вот, если говорить о том, как уже беспокоиться о здоровье и как обезопасить себя, мы поговорим немного позже, но в первую очередь, как возникает эта аллергия, почему? Аллергические заболевания, они универсальны. То есть иммунная система у ребенка работает по аллергическому типу уже внутритробно, для того, чтобы этот ребенок мог выжить. В дальнейшем она должна измениться. Но в связи с тем, что нас окружает огромное количество аллергенов, уже в первый год жизни у ребенка появляется признак аллергического заболевания. Вначале это кожное проявление, потом это появляется риносинусит. В дальнейшем это уже может быть развиться бронхиальная астма. Поэтому у одного и того же человека может быть несколько видов заболеваний, которые имеют один единственный генез. Это или аллергию к пыльце растений, или к клещам домашней пыли, или их пищевые аллергены и тому подобное. То есть, а само как бы состояние иммунной системы, оно универсально. Угу. А если мы говорим все-таки об аллергии на амброзию, я так понимаю, что сейчас самый пик. Да, август месяц для нас является пиковым месяцем. Начинается пыление уже с середины июля, в зависимости от погоды. Если это сухая ветреная погода, это будет раньше. Если дождливая, то немножечко позже. Но в прошлом году за счет дождей было большое количество амброзий, поэтому пыление в августе было интенсивнее. Угу. Сейчас немножечко полегче. Но, тем не менее, никак не лучше. Если мы говорим обезопасить себя, свое здоровье, чтобы не было аллергической реакции, как это сделать?
По статистике международным, каждый четвертый человек в некоторых странах страдает полинозом. Это заболевание, которое имеет основную причину, это аллергия на пыльцу растений, самых разных растений, в том числе амброзии. Самая большая заболеваемость аллергии на амброзию отмечается в Соединенных Штатах Америки и Украине. К сожалению, статистические данные в Украине отличаются, они не соответствуют действительности, в связи с тем, что большинство людей вообще не обращаются в медицинские учреждения, не получают качественного обследования и лечения, а также из-за того, что у нас очень мало аллергологов. Ну, в Николаеве у нас 2 взрослых аллерголога и 3 детских аллерголога. Обслужить такое количество населения мы не можем. А кроме того, это финансовые... И чаще всего все обращаются именно когда вот пик. Когда пик, когда уже началось, потому что начинать лечение нужно за 2 недели до пыления растения. И продолжается он весь сезон цветения. Это медикаментозное лечение. К тому же нужно пройти обследование, выявить, какой аллерген является причиной, и провести так называемую специфическую аллерговакцинацию, лечение этим же аллергеном, потому что это единственный метод, который дает длительную ремиссию. Может, до 20 лет человек чувствует себя прекрасно. Но это стоит сделать заранее, до того, как началась аллергия. Или если, например, один сезон мы, например, почувствовали, что у нас есть аллергия на, например, амброзию, после того, как прошло цветение, мы можем уже себя вакцинировать, правильно? Правильно. Это вне сезона цветения. Ни аллергопробы, ни тесты не проводятся в сезон цветения. Только когда цветение заканчивается. Хочу сказать, что у меня есть пациентка, которой в этом году 3,5 года. В прошлом году ей было 2,5 года, у нее определился аллергия на амброзию. То есть я думаю, что через пару лет у нас будут грудники болеть этим заболеванием. Если мы говорим о вакцинации, о том, что нужно лечиться, то в первую очередь еще такой вопрос. Есть ли какие-то предрасположенности там, к каким-то болезням и так далее, когда нельзя проводить эту вакцинацию? Противопоказаниями является онкологический процесс, обострение любого хронического заболевания и аллергическое заболевание в том числе. Если это приступ бронхиальной астмы или это сезон пыления, то, естественно, она не проводится. Больше никаких противопоказаний нет. Если мы говорим о самом процессе уже аллергии, да, как она проходит, вот этот процесс знобности, ослабления организма, как понять, какие симптомы, что, например, у меня аллергия? Ну, обычно пациенты обращаются уже на 2-й, 3-й, 4-й год заболевания, когда у них повторяется в сезон в один и тот же симптом. Первые несколько лет терпят, да? Да, они самолечением занимаются. Значит, это ринорея, слезотечение, кашель. При этом он усиливается на улице и уменьшается в помещении. Но, тем не менее, эти все пациенты, особенно взрослые, они уже имели эпизоды каких-то аллергических заболеваний в прошлом. То есть в детстве. Во взрослом это проявилось в виде полиноза. А спутать можно с тем, что это, например, простуда, либо где-то просквозило, вот из-за этого какой-то зноб и так далее, или... Вначале можно, потому что обычно простудное заболевание протекает с температурой. Здесь температуры нет. А теперь еще такой вопрос. Если мы говорим, да, о лечении, но лечение уже после того, как прошло цветение, после того, как мы уже почувствовали все прелести жизни от аллергии, но в этот период, когда аллергия, вы говорите, что в помещении намного легче. Сидеть все время в помещении сложно. Как себя обезопасить и как снизить вот этот рой симптомов? Дело в том, что медикаментозное лечение начинается за 2 недели до цветения. Для этого нужно обратиться к специалисту, получить назначение и принимать медикаменты весь сезон цветения. Это и спреи, и таблетированные препараты, которые как бы помогают облегчить эти симптомы. Но если это первый год? Ну, человек не должен даже заниматься самолечением, все равно прийти на консультацию. Тогда то есть лечить это... в период тоже можно? Конечно, конечно, обязательно нужно, но человек может себя плохо чувствовать, даже попасть в реанимационное отделение при контакте с аллергеном. Потом, значит, он должен после посещения улицы обязательно принять душ, умыться, снять пыльцу вся, которая села на одежду, при проветривании использовать влажные занавеси для того, чтобы пыльца не попадала в само помещение, стараться не гулять
гулять в утренние часы, это около 6 до 9 утра, потому что пыльца амброзия больше всего в этот период пылит. Не выезжать за город, в лесопосадки, в поля, на пустыри, там, где больше всего амброзии. Кстати, в городе ее тоже достаточно. Я вчера на клумбе увидела прекрасно себя чувствующую амброзию, она растет цветущую, как цветок, и ее никто не трогает. Меня удивляет такая вот черствость наших жителей. Ко мне обращаются родители, бабушки, дедушки, все жалуются, что возле садика, возле школы, возле ихнего дома там, или еще где-то растет амброзия, ее никто не вырывает. Я говорю, извините, но вы должны проявлять инициативу, это проблемы с вашим ребенком, ну, с вами самими. Очень прекрасная была инициатива в Днепре, в Запорожье, где проводились такие массовые вырывания амброзии. И, кстати, в Запорожье в этом году проведено исследование биологом, который замерял количество пыльцы в разных местах. Под мостом, значит, там, где на пустыре большое количество амброзии, там, где амброзия была вырвана. И самое наименьшее количество амброзии оказалось там, где она была вырвана. Поэтому одно растение может давать до миллиарда пыльцы в течение суток. То есть пыли хватит на всех? На всех хватит, но ее надо уничтожать. То есть только вырыванием, срезанием, к сожалению, нет, неэффективно. После срезания корень остается, он пускает еще несколько стеблей, поэтому это малоэффективно. Это просто оттягивает время, по сути. Конечно, ну посмотрите, в Николаеве, да, убираются аллеи и главные там улицы, подстригаются, но вдоль берега, в частном секторе, там в других местах, в том же самом парке Победы, там ничего не делается. Поэтому я считаю, что люди должны проявить инициативу самостоятельно. Все в наших руках, по сути, чтобы не болеть. И начать это в июне месяце, когда еще нету пыльцы, и ее вырывать. Поэтому, друзья, помним о том, что инициатива все-таки ненаказуема, а в данном случае, наоборот, только поощряется, потому что все зависит от нас, и, опять-таки, наше здоровье в наших руках. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли. Такой небольшой ликбез по поводу аллергии на амброзию провели. Поэтому, друзья, не болейте. Самое главное, если уже болеете, то будьте дома, оставайтесь дома, смотрите новый день. Мы, как всегда, будем поднимать вам настроение и помните о важной уборке в вашем доме для того, чтобы убрать максимальное количество пылинок, которые залетают через проветривание.